We letting the scouts outside. We running the scouts. Nigga, the cops outside. Lock up the house. Да, конечно, очень прикольная музычка, но сегодня не тот случай, когда мы будем слушать музычку. Поэтому сегодня нам придется тестировать саму идею. Если под этим роликом наберется 15 лайков, то, может быть, мы будем слушать эту песню. Итак, да, как вы уже поняли, мы будем сегодня пытаться взять бесплатные робуксы и тратить их. Да, этот... Да, меня уже тестировал мой друг Флэш, у него есть канал, ссылка в описании. Так вот, и... Если хотите, подписывайтесь на него. И так вот, и он уже тестировал, он говорил, что робусы как бы вроде можно получить, но нельзя их тратить. Ну, в этом видео мы посмотрим, если их можно тратить. Конечно, если их нельзя тратить, то попытаемся как-то еще взломать систему. Я буду это делать на моем втором аккаунте, вот мой основной. И на этом аккаунте, на моем втором аккаунте я не добавляю, друзья. Вот на основном я добавляю, поэтому кидайте, конечно, ссылочка будет в описании. Так вот, я, то есть тут я не принимаю. Тестировать я буду на моем втором аккаунте. Причина, я думаю, что если Roblox увидит это видео, может он забанит мой вот этот аккаунт. Пусть банит вот этот аккаунт, потому что мой основной, мне не нужно, чтобы меня его банили. Короче. Так, парень нажимал на кнопочку Inspect. У меня все на русском, поэтому посмотреть код. Нажимаю на поставить код. Ага, хорошо. Тут у нас не выходит так, как нужно, но сейчас посмотрим. Открываем побольше. И он вроде вот сюда вводил amount. Подождите. Ой, у меня лагает. Сейчас. Ага, хорошо. Amount no span. Ага. Вроде вот тут он менял код. Хорошо. Ставим мы, допустим, бешеные суммы. Span равно 0, допустим. Окей. Хорошо, закрываем. Закрываем. И у нас выходит, это правдиво, да, вот такое количество робуксов, наверное, можно. Теперь мы будем пытаться их потратить. Конечно, если у нас не получится, то надо будет посмотреть, что этот в коду, то, наверное, может быть и неправильно, может быть, то там, где вот эти деньги. Хорошо, допустим. Discover. Avatar Shop. Главное, что она у меня, блин, она меняется. Хорошо, а давайте так попробуем. Посмотрим, что тут интересно у нас. Ну, допустим, вот этот котик. Да? Вот этот котик. 50 робуксов. Конечно, вот эти деньги я не буду тратить. Поэтому посмотрим код. Конечно, если робокс... Если что, я не хочу, чтобы меня тут банили сейчас, потому что, ну, я как бы не планирую. Сейчас. Вот так и ставим... Ну, опять же, бешеную сумму. И по... Хорошо. Да. 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 Фу. Буй. You need additional LECA. Буй. Robux and item. Наверное, да, я на это нажал. Закопаем Roblox. Хорошо. Хорошо. У меня это недоступно. Хорошо, посмотрим, если там можно поменять количество вот денег. Вот у меня вот это вот не выходит, да? Да, вот у меня сейчас будет выходить то же самое, да. Да. Вот, хорошо. Хорошо. Я беру, посмотреть код. Меняем код и попытаемся поменять там деньги, если там можно. Вот amount. Так. А ну-ка, посмотрим вот это. Ага, нет, значит вот это. Ставим бешеную сумму. А теперь вот это что-то такое. Эдит. А, тут нет фокус, нет. Так, я сейчас пороюсь тут в кодах, может что-то найду.
вот вам реклама. В честь 70 подписчиков мы вам поставим. Мы вам покажем нашего хомяка. Если наберется 10 лайков, то этот хомяк выйдет у нас в ролике. Ладно, нет, снизим. 7 лайков. 5 для вас очень легко, поэтому 7 лайков ставим. Давайте. А у меня, я вот, допустим, да. Угу. Посмотрим. Ага. А теперь меняем на 0. И это мы меняем на... Посмотрите, код. На 0. Ага, и вот это мы меняем. Так, мы меняем на 0. И buy an item. Посмотреть код. Buy Robux an item. Confirm class BTN Primary MD. Так, сейчас считаем, посмотрим. А ну-ка, я посмотрю, если такое можно. Edit text. Так. Get. И... Get. Хорошо. А ну-ка, вот этот текст я могу поставить. You need a Robux. Model message bo... А если я удалю этот раздел? Допустим, я могу удалить этот раздел? От атрибут... Cut. Отрежем. Div class, model message. Ага, да. Cut. Она хорошо, супер. Опа! Хорошо. Посмотрим, если в этот раз работает. Хорошо. У меня есть куча робуксов. У меня есть попкат, который стоит 0. Нажимаем на get. Нет, меня перекидывает. Хорошо, возвращаемся назад. Попробуем так. Посмотреть код. Угу, elements. Ага, теперь посмотрим, если это можно поменять на 0. Конечно, я знаю, да, может быть оно и реально нерабочее. Хорошо. Вот, да. Посмотрим. Такое можно? Этот буй. Ага, нет, хорошо. Смотрите, у меня есть еще одно решение. Я не знаю, если оно сработает, но я попытаюсь его реализовать. Смотрите. Берем что-то бесплатное. All items, подожди, тут нету фильтров. Most love to hike. Допустим, да? Мы берем... Он, ну, вот это, да, например, первопопавшееся, да? Мы берем... это, посмотреть код. Кнопочки get. Смотрите. Ага, а теперь мы вот это берем. Копируем. Ctrl-C. Мы это скопировали, хорошо. Так, не забываем то, что оно у нас скопировано. Нажимаем на Photoshop. Где тот котик? Где этот котик? Блин, где котик? А вот. Берем котика. Теперь мы берем. Заходим посмотреть код. Теперь этот код мы удаляем. Вместо него, вместо этого кода я оставляю... Оно не вставляется. От атрибут. А, нет, я не могу. Паста. А, я не могу. Блин. Ладно.
Значит, с котиком у нас не получилось. Роблокс, конечно, это можно сделать, то, что если ты можешь поставить аномальное количество робоксов. Но мы не можем купить ничего за эти робоксы. В принципе, канал Флэш был прав. Еще есть еще один ролик, который вроде сейчас не похожий. Я этот ролик давно смотрел, я его уже не помню, но я его пытаюсь сделать. Это про Майнкрафт. Это про Майнкрафт, такой же самый трюк. И вот мы его попытаемся взять. Хорошо. Посмотреть код. И тут должен быть текст купить. 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 Тему берем. Взять, допустим. Купить. И что у нас изменилось? Взять! Хорошо. Ага, да, у меня нет учетной записи Microsoft, поэтому... Ну, есть, конечно, но я входить не буду. Хорошо, итоги, которые мы будем подводить, этого ролика... Это... То есть, что у нас получилось за этот ролик? Получилось то, что мы можем как бы ставить себе аномальные суммы, мы можем редактировать сайт, как мы хотим. С помощью... Можно жить на F12, можно, конечно, посмотреть код или в некоторых случаях inspect, да, если у вас на английском. А так, мы можем только менять текст, но мы не можем... покупать. Конечно, если вы супер программист и вы, может быть, можете вы можете оптимизировать этот сайт, ну или что там оптимизировать, или как его там редактировать, этот сайт, так реально вот разбираться в кодах, но я вот лично я не разбираюсь в системе, в языке программирования, который использует Google, который я даже не знаю, какой это. Я пытался искать, но я название не запоминаю. Ну так вот, и что, ну может быть, если вы супер программист, который понимаете язык Google, то может быть вы сможете и сделать так, чтобы вы купили на свой аккаунт там что-то, например, в Роблоксе того котика, да. А так в основном мы не можем ничего сделать, мы можем только поменять текст. Спасибо огромное вам за просмотр и всем пока!